15 Так, это время для практики пути спасения. И я буду передавать сегодня вам это послание. Давайте помолимся. Бог, спасибо тебе за то, что ты призвал нас, за то, что мы верим, что Иисус является Христом. Мы стали чадами Божьими, и это самое большое благословение, которое мы получили. Помоги нам наслаждаться этим благословением через молитву. Каждый раз. Помоги нам иметь уверенность в спасении через практику пути спасения. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Я буду вам передавать послание по спасению. Конечно, это лишь пример, но когда вы уходите на место действия и встречаетесь с объектами проповедования, в соответствии с ситуацией, вы можете быть водимы Духом Святым и передать послание определенным образом. Трехминутный путь спасения. И когда у вас нет времени, тогда вы можете коротко передать послание по спасению. Значит, Бог сотворил человека, чтобы человек жил вместе с Богом и был счастлив с Богом. Но человек был обманут дьяволом, и он совершил грех. Грех неповинования Божьему Слову. И в результате человек покинул Бога, который является источником счастья. И как результат, человек стал чадом дьявола. Как результат вот этих трех проблем, человек живет несчастно на этой земле, и потом он столкнется со смертью и идет в ад. Но Бог, Он любит человека, поэтому Он отправил спасителя человеку. Его зовут Иисус. Иисус, Он умер на кресте и воскрес, и тем самым Он совершил работу Христа. Как Христос, Он разрушил дела дьявола. И как истинный священник, Он решил проблему всех наших грехов. Он простил нас. И как истинный пророк, Он стал путем встречи с Богом. И когда вы принимаете этого Иисуса Христа, вы становитесь чадом Божьим. И вы получаете Его помощь, Его защиту, и вы живете счастливо вашу жизнь. И в итоге, после смерти, вы пойдете в вечное Царство Небесное. Да, когда у вас нет много времени, вот вы можете коротко вот так передать послание. Теперь пятиминутный путь спасения. Бог, который сотворил небо и землю, Бытие 1.1. Он сотворил человека по своему образу.
И этот человек, он был сотворен для того, чтобы быть вместе с Богом и чтобы быть благословенным существом. И только человеку Бог дал свое слово, Бытие 2, 16-17, чтобы человек мог иметь, чтобы Бог мог иметь общение с человеком. Но человек был обманут дьяволом, и Бытие 3.1.5, и Бытие 3.6, он совершил грех неповиновения Божьему Слову. И как результат, Бытие 3.7.10, он отошел от Бога и начал сталкиваться с огромным количеством проблем. Человек, который отошел от Бога, они принадлежат, человек принадлежит дьяволу. Иоанна 8:44. Это духовная проблема. Теперь он служит другим вещам, которые не являются Богом. Колоссянам 4:8. Это идолослужение. И человек стал обремененным и труждающимся. Матфея 11:28. У человека психические проблемы. А также есть психические проблемы, душевные проблемы, а также есть и проблемы физические, плотские, и есть проблемы жизни. Очень много различных болезней. Деяния 8:4-8. Они живут несчастно свою жизнь, проживают несчастно свою жизнь на земле, и однажды сталкиваются со смертью. Луки 19:31. И после смерти они идут в ад. И все эти проблемы становятся духовным наследием. И, то есть, люди, они оставляют все эти проблемы своим будущим поколениям. Это проблема потомков. Исход 24:5. И человек, он пытается выбраться из этих проблем. То есть люди, они обращаются к религии. Матфея 12:43-45. Но чем больше проходит время, тем ситуация человека ухудшается. И люди пытаются обращаться к философии, чтобы решить свои проблемы. Колоссянам 2:8. Но философия сама по себе – это обман, основанная на человеке, на традициях. И люди, они пытаются делать добрые дела, но Исайя 64:6 в глазах Бога это как запачканная одежда. Поэтому добрыми делами, философией, религией невозможно решить проблему человека. Поэтому Бог, который возлюбил человека, сам пришел к человеку. Иоанна 1:14. И слово стало плотью и пребывало с нами. Римлянам 5:8. И это есть Христос. Бог послал Христа. Пока мы были еще грешниками, Бог послал Христа на землю. И Христос пришел и умер на кресте, и воскрес. Христос, Он пришел и умер на кресте. 1 Коринфянам 15:3-5, 3:4. По Писанию Он умер на кресте, по Писанию Он воскрес. Матфея 1:21, этим Христом является Иисус. И работа, которую выполнил Иисус, это Матфея 16:16, работа Христа. Как истинный царь, Он разрушил дела дьявола. 1 Иоанна 3:8. И как истинный священник,
Он простил грехи, он освободил от закона греха и смерти. Римлянам 8:2. И как истинный пророк, он стал путем встречи с Богом. Иоанна 14:6. Иоанна 19:30. Все закончено. Все совершилось. Христос решил все наши проблемы. Поэтому все наши проблемы раз и навсегда закончены на кресте. Единственное, что он требует, Иоанна 5:24, он просит нас, чтобы мы верили. Как вы можете верить в него? Иоанна 1:12. А те, которые приняли его, верующим во имя его, дав вас быть чадами Божьими. Тогда как мы можем принять его? Римлянам 10:9-10. Сердцем веруем в праведности, а устами исповедуем о спасении. И тогда что происходит? И как мы можем принять его в свое сердце? Откровение 3:20. Он стоит у двери и стучит. Кто услышит голос его и отворит, он войдет к нему и будет вечерять с ним, и он с ним. И тогда когда нам необходимо принять его? Притчи 27:1. Мы не знаем, что произойдет завтра даже. Поэтому верьте его, в него и примите его прямо сейчас. Давайте сейчас помолимся молитвой принятия. Можете последовать за мною. Но пусть это будет вашим исповеданием веры. Давайте помолимся. Бог любви, я грешник. Живой Бог. Я был рабом дьявола. И жил несчастливо. С многими проблемами. И в это время я открываю дверь моего сердца. Я принимаю Христа как моего Господа в свое сердце, который разрушил голову дьявола, простил все мои грехи и стал путем встречи с Богом. Пожалуйста, войди в мое сердце Духом Святым и веди меня, и действуй внутри меня. Спасибо за твое спасение, Бог. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. То есть вот таким образом можете людей привести к принятию. И в первом примере тоже мы приводим к принятию. И теперь вы, которые приняли Иисуса Христа, вы стали чадами Божьими. 1 Иоанна 3:6. 3:2. И теперь Дух Святой, Он направляет вашу жизнь. Иоанна 14:16-17 и 26. И когда вы будете молиться во имя Иисуса Христа, вы получите ответ на ваши молитвы. Иоанна 14:14. Это действие Духа Святого. А теперь Луки 10:19. Во имя Иисуса Христа вы можете связывать силы сатаны. И когда вы призываете имя Иисуса Христа, Бог, Он отправляет своих ангелов. То есть теперь у вас есть власть получать помощь ангелов.
Евреям 1.14. И Филиппийцам 3.20. У вас есть гражданство Царства Небесного. Поэтому с этого момента, пожалуйста, живите как свидетель Иисуса Христа. Матфея 28:18-20. И теперь не стоит колебаться, потому что если вы не будете колебаться, тогда сатана будет отходить. Римлянам 8:38. И Матфея 4:4. Теперь получайте воспитание Словом Божьим. И наслаждайтесь благословением богослужения. Иоанна 4:23-24. Потому что Бог сейчас ищет себе поклонников. И есть причина, почему Бог призвал вас. Марка, 3 глава. Третья глава, 13-15 стихи. Пригласите тех людей, которые хотят услышать Евангелие. Почему? Причина в 1 Коринфянам 1.18. Слово о Христе – это сила для верующего, сила Божия. Поэтому каждый раз, когда будете рисовать это путь спасения, Иоанна 16:18, силы тьмы будут уходить от вас. И Матфея 12:28-29, в то время сильный будет связан. И Деяния 13:48, те, которые приготовлены к вечной жизни, они встретятся с вами. И Колоссянам 4:3. И тогда Бог откроет двери для проповедования. Это пятиминутный путь спасения. И теперь полная версия пути спасения. Путь спасения, место Писания, Иоанна 14:6. Иисус сам сказал: «Я путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть Иисус сам говорит: «Я путь спасения». И даже Деяния 4:12. Говорит о том, что нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Через путь спасения вы осознаете, почему Иисус только является единственным путем встречи с Богом. Бог, который является Духом, Иоанна 4:24, сотворил человека. И человек, он отличается от других творений. Что у него есть? У него есть тело и дух. 1 Фессалоникийцам 5:23. Причина в том, что изначально, когда Бог сотворил человека, Бытие 1:27, Бог сотворил человека по своему образу. Что это значит? Бытие 2.7. Бог сотворил человека из праха земного, как физическое творение, и вдохнул в него дыхание жизни, и в тот момент человек стал душой живой, у которого есть дух. И вот такому человеку, Бытие 1.28, Бог благословляет человека и говорит человеку: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю сию, и управляйте, владейте всеми творениями на земле. Поэтому, если вы посмотрите Псалом 8:4-8,
то там сказано, что немного умолил ты его пред ангелом, славу и честь увенчал его, все положил под ноги его, сделал владыку над делами рук твоих. Что это значит? Человек, он просто физическое творение, но особым образом у него есть образ Божий, то есть у человека есть Дух Божий. То есть это все потому, что Бог хочет иметь общение с человеком, поэтому Бог дает человеку слово. И хоть у человека есть тело, но как духовное творение, духовными благословениями, он может преодолеть свои ограничения. То есть Бог этими духовными благословениями, духовная сила сделает человека управляющим всем творениями на земле. Но что человеку необходимо помнить? Человек, он сам по себе не является творцом. Только когда человек вместе с Богом может наслаждаться Божьими благословениями, как уполномоченный управлять всем миром. И есть путь, как человек может поддерживать отношения с Богом, отношения счастья с человеком. Для этого Бог дает повеление. Бытие 2.17. Значит, в Бытие 2.16 Бог говорит, что я создал Эдемский сад, и ты можешь есть все в саду. Поэтому, но только одно запретил делать своим словом. Не ешь от дерева познания добра и зла. В тот день, когда ты кусишь, ты смертью умрешь. То есть человек, он просто повиновался вот этому одному повелению. И тем самым человек мог наслаждаться всеми благословениями на земле и жить счастливо. Это и есть принцип жизни. Это и есть принцип счастья. И это и есть принцип завоевания. Но вот это условие человек не смог соблюсти. Пришла проблема к человеку. Это и есть Бытие 3 глава, с 1 по 6 стихи. Что произошло? Сатана, который вошел в змея, искусил человека, чтобы он вкусил от дерева познания добра и зла, о котором Бог сказал, что не ешь от него. И человек, который захотел стать как Бог, он вкусил от дерева познания добра и зла. Поэтому это не простое какое-то событие, что кто-то съел яблоко какое-то. Это событие нарушения правильных отношений между Богом и человеком. Осия 6.7 сказано, они же, подобно Адаму, нарушили завет и там восстали против меня. Человек, который должен надеяться на Бога, повиноваться Богу, не послушал Божьего слова. Человек, у которого общение с Богом должно быть, не послушал Бога. Он последовал за словами сатаны. И в Бытие 3 главе мы видим зачинщика. Кто это сделал все? Сатана. Человек был обманут сатаной. Поэтому человек совершил грех. Грех то, что человек вкусил дерево познания добра и зла. То есть неверием, из-за неверия произошло неповиновение. И неповиновением человек совершил грех. Второй грех. И как результат греха, что произошло к человеку? Это отделение. То есть Бог, он не может больше находиться с человеком. И причина тому, что человек, он совершил грех. Потому что Бог, он праведный, он не может находиться с человеком, который является грешным. Потому что Бог не может находиться со грехом.
Поэтому 5.12 говорит о том, что как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей. То есть таким вот образом мы видим, что смерть перешла ко всем людям. Причина, потому что все согрешили. Может быть, кто-то из вас скажет, ну, вообще-то я не ел от этого дерева познания добра и зла. Почему вы говорите, что я грешник? Первый человек, Адам и Ева, они совершили этот грех. И они были отдалены от Бога. И с того момента они начали быть схваченными сатаной. И с того момента все люди, которые рождаются от потомка, как потомки Адама и Евы, у них есть вот этот грех. Поэтому человек, само собой, он уже отделен от Бога и завоеван сатаной. Поэтому мы говорим, что это есть первородный грех. То есть даже, может быть, мы не совершили этот грех, но мы уже были рождены грешниками. Поэтому Римлянам 2:23 сказано, что все согрешили и лишены славы Божией. Все согрешили. И Римлянам 3:10 говорится, что нет праведного ни одного. Потому что мы все потомки Адама. Это значит, у нас у всех есть первородный грех, который мы получили при рождении. Поэтому Иоанна 8:34 сказано, что те, у кого есть этот грех, они связаны с сатаной. Иоанна 8:34 сказано, ваш отец дьявол. Ефесянам 2:1. И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим. Человек, который должен жить вместе с Богом, отошел от Бога. И вот это само собой является духовной проблемой. Из-за первородного греха, из-за проблем первородного греха, все люди, которые родились на этой земле, они имеют судьбу. Что это за судьба? Иоанна 8:44. Они принадлежат дьяволу. Они стали рабами сатаны. И путь, как они служат своему отцу духовному, это исход 24:5. Идолослужение. Идол – это не Бог. Человек, который был создан как духовное творение, хоть они и потеряли Бога, но у них есть духовная вот эта вот духовная жажда. Поэтому они все равно пытаются найти Бога и встретиться с Богом. Но поскольку они уже отделены от Бога, они не могут с ним встретиться. И в этом состоянии они прилагают огромные усилия. То есть они начинают создавать свои собственные боги, своих собственных богов. Но это не настоящие боги, это идолы. Поэтому, когда они занимаются идолопоклонством, что происходит? Сатана, который является их духовным отцом, он действует еще больше. И Бог, зная об этом, Бог говорит человеку, не создавай никакого идола, никакого изображения на земле и не поклоняйся им. И человек, который должен встретиться с Богом, не может встретиться с Богом. Поэтому они занимаются идолослужением, и у них нет настоящего мира. Они духовно, они психологически подавлены. Матфея 11:28. Труждающийся и обремененный. Иисус сам так говорит. Иисус говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. То есть у человека есть очень много психических проблем. Даже если у них есть деньги, слава, даже если они выучили много чего-то, но они подавлены психически, и у них есть страх.
И вот это, конечно же, влияет на жизнь человека. Поэтому это вот создает жизненные проблемы и плотские проблемы. Деяния 8.4.8. Это плотские проблемы. Говорим с вами жизненные проблемы. Болезни, финансовые проблемы, семейные проблемы, супружеские проблемы. То есть много различных проблем пришли к человеку. Поэтому люди живут на этой земле как в аду. И потом однажды они умрут. Но что их ожидает после смерти? Их ожидает вечный ад. Мы называем это проблема загробной жизни. Луки 16, 19, 31. И все вот эти проблемы становятся духовным наследием и передаются следующему поколению. Матфея 27, 25. Мы называем это проблема потомков. Человек, он старается выйти из этих проблем. И что это за усилия их? Матфея 12, 43, 45. Религией они пытаются решить свои собственные проблемы. Но сама религия – это один из видов идолопоклонства. Религия не дана Богом. Религия – это то, что создано человеком. И затем человек пытается решить проблемы философии. Колоссянам 2.8. Но дело в том, что философия – это обман, созданная по традициям человеческим, по стихиям мира. То есть философия, мы не можем решить проблему человека. Даже если наука развивается, наука тоже не может решить настоящие человеческие проблемы. Исайя 64.6. Даже добрыми делами люди пытаются решить проблемы, но сатана, он не боится вот этих вещей. То есть уже человек, он согрешил. И после бытия 3 главы добрые дела человека по-настоящему не являются добрыми. Ну, сами подумайте. Вот вы можете делать хорошие вещи. И вот вы делаете что-то, вот знаете, с таким хорошим сердцем, хорошими мотивами. Но это же не так всегда получается, правильно? То есть мы часто делаем даже добрые вещи с недобрым сердцем. То есть сказано, в глазах Бога доброе дело – это запачканная одежда. И затем Римлянам 3.20. Некоторые люди, они думают так, если мы будем соблюдать закон, тогда мы получим спасение. Но закон не был дан, чтобы спасти человека. Цель, почему Бог дал закон, чтобы человек мог познать грех. Чтобы человек познал, что он грешник. Даже если вы соблюдаете весь закон, но вы один закон не соблюли, тогда все, вы виновник во всем. Вы грешник. Поэтому соблюдение закона для начала это невозможно. И этим невозможно решить проблему. И затем некоторые люди просто посещают церковь. Матфея 16, 13, 14. То есть Иисус он спрашивает, за кого люди почитают меня? И они говорят, как? Одни говорят, что ты Иоанн Креститель. Другие говорят, Иисус, ну ты как Илия. И ты как Иеремия. Что это все значит? То есть меценатством, помощью, потом жизнью, соблюдением закона или мистицизмом, нездравым мистицизмом. Всеми этими вещами человек не может себя спасти. Поэтому все усилия человека, они ими невозможно ничего сделать.
Вот если вы знаете, в чем настоящая проблема, тогда вы осознаете, что все усилия человека, они бесполезны. Почему все эти проблемы, они пришли, проблемы судьбы? Это лишь результат вот этой проблемы. Если вы не решите вот эту настоящую проблему, настоящую основную проблему, тогда вы, у вас нет никакого способа, чтобы решить по-настоящему все проблемы. Вот когда вы подумаете об этих трех проблемах, сатана, грех, отделение от Бога, вы понимаете, что у вас нет надежды. Кто может сам победить сатану? Даже Супермен, он не может победить сатану. Потому что сатана – это не физическое творение. Сатана – духовное творение. Даже ядерным оружием невозможно победить сатану. Вы не можете избавиться от сатаны ядерным оружием. Проблема греха такая же самая. Все вы рождены как грешником. Даже перед тем, как вы совершили грех. То есть для того, чтобы решить проблему своих грехов, кто-то, у кого вообще нет грехов, должен умереть, пролить свою кровь за меня. Но нет такого человека, у которого нет греха. Правильно? То есть вот эта проблема основная, ее невозможно саму решить. Никто не может решить проблему так же отделения от Бога. Нет надежды. Только Бог может победить сатану и решить проблему греха и отделения от Бога. И этот Бог, Бог, который является любовью, Бог, который возлюбил человека, несмотря на то, что человек, он предал Бога, восстал против Бога, солгал и последовал за словами сатаны. Но Бог, он любит этого человека. Поэтому Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Божья любовь дала нам решение. Этим решением является Римлянам 5:8. Пока когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Божье решение – это Христос. Правильно? Вот. Уже о Христе было пророчественно Ветхого Завета, а в Новом Завете эти пророчества совершили. Поэтому 1 Коринфянам 3:4 сказано, что по Писанию Христос умер, воскрес, был погребен и по Писанию воскрес. И что это было за пророчество? А вот сам Ветхий Завет является пророчеством о грядущей Мессии. И есть такие самые основные пророчества. Среди них Бытие 3:15. В тот момент, когда человек совершил грех и отошел от Бога, Бог дал решение. Это Бытие 3:15. Когда семя жены придет, оно разрушит голову сатаны. То есть семя жены решит проблему греха. Бог пообещал это. И когда придет это семя жены, оно принесет себя в жертву и простит наши грехи. Поэтому Исход 3:18 сказано, что это пророчество о жертве крови. Вот. До сих пор еще не прошло семя жены. Поэтому Бог, он дал повеление, чтобы они проливали кровь, жертву крови. И это было как пророчество о том, что придет это семя жены, будет убито за вас, и ваши грехи будут прощены. Поэтому с этой кровью преподносите Богу богослужение. И все, кто держали за этот завет, они получали спасение. И
через пролитие крови семя жены решит проблему нашего греха. А также Исаия 7:14 говорит о том, итак, сам Бог даст вам знамение, что дева примет, чрево примет, и родит сына, нарекут ему имя Иммануил. Что значит Иммануил? Бог с нами. То есть он решит проблему отделения от Бога. Значит, Бог, он пошлет семя жены. Почему семя жены? Ну, потому что семенем Адама невозможно решить проблему. И вот это семя жены, это значит тот, у которого нет первородного греха. Он придет. И он принесет себя в жертву, и тем самым он восстановит нас с Богом, воссоединит нас с Богом. И вот эти пророчества, они совершились в Новом Завете. Свершение, Новый Завет. Поэтому в Матфея 16:16 Иисус вам спрашивает учеников своих, за кого вы считаете меня? Ты, Иисус Христос, Сын Бога Живого. Христос, другими словами, вот этот Мессия, который был пророчеством в Ветхом Завете, это ты, Иисус. Это имелось в виду. И Деяния 17:3. Если он Христос, тогда обязательно он должен умереть. Почему? Потому что он должен простить проблему, он должен простить наши грехи. И ради этого он должен пролить свою кровь. И если он Христос, тогда он, само собой, он должен воскреснуть. Потому что он не смертельный человек. Он сам по себе является тем, который победил сатану, который разрушил вас, сатаны. Поэтому вот этот Иисус, которого я проповедую вам, он является Христом. Вот это Павел проповедовал. То есть Божье решение это своей любовью Бог дал нам решение. Этим решением является Христос. И тогда вопрос, а кто этот Христос? Если этим Христом является Магомед, надо верить Магомеда. Если этим Христом является Мария, надо верить Марии. Но этим Христом является Иисус является. Потому что поэтому мы верим в Иисуса. Пожалуйста, отключите микрофоны. То есть по этой причине мы верим в Иисуса. Потому что Он является Христом. И есть ли какое-то свидетельство, доказательство, что Иисус является Христом? Матфея 1:18-21. Чтобы стать Христом, он не должен быть потомком Адама. Он должен быть потомком, он должен быть семенем жены, а не семенем Адама. И как раз в Матфея 1:18-21 свидетельствует об этом, что он был рожден от Девы Марии, от девственницы Марии. То есть Бог, он просто как бы позаимствовал тело Марии, чтобы родился Христос. То есть она не была зачата от мужчины, она была зачата Духом Святым. То есть Иисус, он тот, который пришел как семя жены. То есть у него нет никакого греха. И этот Иисус умер на кресте. Иоанна 19:17-20. То есть даже Пилат говорит, что я не нашел никакого греха у него. То есть даже по-мирски не было никакого нарушения. Но он пролил свою кровь на кресте. Что это? Это искупительная смерть. И Матфея 28:1-20. Это ключевое доказательство, что Иисус является Христом. Он воскрес. Это есть историческое событие. Что Иисус, он воскрес. The word is
воскресение значит, что Он сам по себе является Богом. Потому что воскресение – это есть действие нового творения. Потому что само по себе творение – это действие нового. Воскресение является действием нового творения. То есть это значит, Он сам по себе является Богом. И через воскресение Он сказал, Он доказал, что Он победил вас, сатана. И кто ты такой, Иисус, тогда? Что Он был рожден от Девы Марии, что он даже воскрес. Что это за... Кем Он является? Иоанна 1,14. Слово стало плотью и обитало среди нас. Если вы посмотрите Иоанна 1,1, 1,3, сказано, вначале было слово было у Бога, и слово было Бог. И это слово стало плотью. То есть Иисус является этим словом. И Филиппийцам 2:6-8 сказано, что изначально Он был образом Божьим. Его суть – Он Бог. Но не почитал хищение быть равным Богу, но смирил себя, став подобным человеку, став по виду как человек, и смирив себя до смерти, даже до смерти крестной. Вот это Иисус. И Иоанна 10:30. Иисус, Он так сказал. Я и Отец одно. Теперь вы понимаете вот эти библейские стихи, и особенно Деяния 4:12, что ни другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Только Иисус. Почему только Иисус? Только Иисус. Потому что только Он является Христом. И это есть причина веры в Иисуса. Потому что Он является Христом. Поэтому что такое настоящее Евангелие? Иисус является Христом. Но многие люди, которые посещают церковь, ну даже включая меня вот в прошлом, я даже не знал об этом. И может быть я хоть и верил в Иисуса, и хоть я и посещал церковь, и вот у тебя даже зачастую вот, зачастую я жила такой жизнь поражения. Но после того, как я услышал, что Иисус является Христом, с того момента я могу жить победоносной жизнью. И это есть Божье спасение. Действие Божьего спасения. То есть это есть объективное Божье спасение. Но если это спасение не станет вашим, тогда оно не имеет, это спасение, к вам никакого отношения. Вот сейчас у нас вот этот COVID, да, у нас есть этот. Вот люди сейчас, они то есть люди, вот они хотят какое-то такое лекарство, которое защитит их от ковида. Давайте просто представим. Вот это есть таблетка, и она исцелит ковид. Вот я вам даю эту таблетку. Но если вы ее не съедите, тогда никакой пользы не будет от этой таблетки, правильно? Бог, Он уже совершил спасение, объективное Божье спасение. Но если мы это не примем, это нельзя сказать, что это наше. Наше, и это спасение не будет иметь никакого отношения к нам. Но когда тогда спасение применяется в моей жизни? Ефесянам 2:8-9. Ибо благодатью вы спасены через веру. Благодатью через веру. Спасение – это благодать Божья. Почему? Потому что даже до сотворения Бог, Он уже вас предопределил. И в свое определенное время Бог сделал так, что вы встретились с благовестником.
И когда вы исповедовали, что Иисус является моим Господом, вот, это не произошло просто так. Без силы Духа Святого вы бы не могли назвать Иисуса Господом. То есть, возможно, вы думаете, а, я принял Иисуса Христа, я вот своей собственной волей это сделал. Нет. Если вы не получили благодать, вы бы не смогли бы даже исповедовать, что Иисус является Господом. Вы бы не смогли принять Иисуса. То есть спасение – это полностью благодать Божия. И если бы Бог он дал нам какое-то условие для спасения, тогда мы бы не могли вот, соответствовать каким-то условиям. Поэтому Бог он сам завершил спасение. И что он говорит? Просто верь. Вера. Поэтому сказано, верою, через веру, ибо благодатью через веру. Вот это есть принятие. Принятие, что Христос сделал, что Бог сделал для меня. И когда вы верите, тогда в то время что происходит? Событие 2000-летней давности осуществляется в вашей жизни. Событие, которое произошло 2000 лет назад, смерть Иисуса. Когда вы принимаете Иисуса Христа сейчас, в тот же момент ваш старый «я» умирает. То есть тот старый «я», тот старый «вы» умерли полностью. И в тот момент, когда я верю в Иисуса, тогда в тот момент с воскресением Христа я тоже воскрешаю. Теперь новый я, у которого есть жизнь вечная и которая может войти в Царство Божие. И вот для того, чтобы вот это как-то сделать как церемонию, как драму, то есть мы проводим крещение. Что такое крещение? Это драматизация веры. Крещение – это объединение со Христом. То есть через крещение Бог нам дает понять о объединении со Христом. Вот когда вы уходите в воду, погружаетесь в воду, это то же самое, что старый вы. Вы входите в гробницу, вы ложитесь в гроб. Вы умираете. И потом, когда вы поднимаетесь из воды, то есть можно сказать, что вы родились теперь для новой жизни с Богом, обретя жизнь вечную. И об этом говорится Римлянам 6, 3.11. Итак, говорится о крещении. Что такое крещение? Это объединение со Христом. Поэтому те, которые приняли, поверовали и приняли, в этой Евангелии Бог дает подарок, дар Духа Святого. Деяния 2.36. Наверное, 2.38. В Ефесянам 1.13 сказано, что Бог он запечатлел нас Духом Святым. И Ефесянам 4.30 сказано, что Дух Святой – это гарантия нашего спасения ко дню искупления. И когда вы принимаете этого Иисуса Христа, вы становитесь чадом Божьим. И теперь у вас есть новое положение. Вот в 1 Коринфянам 2.12 об этом говорится. Вы больше не дети дьявола. Вы получили Дух Святой, Дух Божий. Теперь вы люди Духа Святого. Теперь вот это ваше новое положение. 1 Коринфянам 3.16 сказано, неужели вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий пребывает внутри вас? Что это? Это пребывание Духа Святого внутри меня. И Иоанна 14. 16, 17, 26. Это Дух Святой, Утешитель. Он будет вести вашу жизнь и будет
учить вас и напоминать вам все, что говорил Иисус. Это есть водительство Духа Святого. И вот этот Дух Святой, он действует в вашей жизни. Деяние 1.8. То есть, и затем, согласно вашему положению, следует власть. Вторая власть. Иоанна 1.12. А тем, которые приняли его, верующим в имя, дал власть быть чадами Божьими. То есть власть. Какую власть вы получили? Евреям 1.14. Бог посылает ангелов как служебных духов, чтобы помогать вам. То есть теперь вы можете получать помощь ангелов. И Луки 10.19. Бог дает вам власть, то есть власть, чтобы наступать на всякие змеи, скорпионов и на всякую силу вражью. То есть вы можете одерживать победу над властью сатаны. И теперь никто не может повредить вас. То есть это есть власть связывать силы сатаны. Филиппийцам 3.20. Бог дал вам гражданство Царства Небесного. Хоть вы живете на этой земле, но у вас есть гражданство Царства Небесного. То есть ваша поддержка, ваше покровительство – это не этот мир, а Царство Божье. Царство Божье – ваша поддержка. Поэтому вы живете на этой земле как гражданин Царства Небесного, и потом вы пойдете уже в Царство Небесное. И теперь Бог дал нам самую большую привилегию. Бог призвал нас героями всемирной евангелизации. То есть Бог хочет использовать нас как свидетелей ради всемирной евангелизации. Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стихи. «Вся власть на небе и на земле дана мне», Иисус говорит. И потом он говорит: «Идите во все народы, научите их, поставьте учеников и крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Научите соблюдать все, что я повелел вам, и я буду с вами до кончания земли». Вот это он пообещал. И вот сейчас у нас есть благовестник, Эмми с Индонезии. Вот она выходит на место миссионерства, чтобы проповедовать это. И на пути много чудес произошло в ее жизни. То есть Бог показал ей много чудес. Почему? Потому что Бог призвал ее благовестником. И Иисус, он, у которого вся власть на земле, он пребывает вместе с ней. И как свидетельство, много чудес произошло на месте действия. И мы держимся за этот завет и наслаждаемся именем Христа. И так же самое вы на своих местах действия. Когда вы молитесь за евангелизацию вашей страны, и когда вы уходите на места действия, в то время Бог, он отправит ангелов, и Бог будет действовать Духом Святым. И Бог, он будет совершать свое дело через вас. То есть вы вот это испытаете. И вот когда вы будете практиковаться вот так вот по спасению, каждый день у вас будет уверено спасение более детально. И когда будет у вас уверено спасение, тогда есть те уверенности, которые последуют. Уверенность в водительстве, в прощении грехов, в ответе на молитве и уверенность в победе. Да. Я надеюсь, что вы услышали это послание, но просто послушать один раз, вот этого недостаточно. Поэтому необходимо сделать это послание своим. И вот в это время, тогда вот это послание Евангелия станет силой для вас, и вы будете жить победоносной жизнью. Да, спасибо. Это была моя практика пути спасения.